50 теннисистов-школьников с 1 по 11 класс. Все ребята – жители Кургана. Для районов этот вид спорта пока недоступен. Игорю Забирову 8 лет. Теннисом занимается 1 год. В секцию мальчика привела бабушка Алла Федоровна. В свое время она и сама активно занималась спортом. Я играла в волейбол. Это командная игра. А теннис все же сам за себя отвечаешь. Вот что ты чему научился, то и получишь. Вот. Поэтому мы решили теннис. Начинающий теннисист уже провел несколько встреч. Сейчас предстоит бороться за третье и четвертое место. В последнем сете потерпел поражение. Судили неправильно, потому неправда. Что с лета нельзя бить. Ну ладно. Мальчик большой, 12 лет, а нам только 8. Угу. Поэтому, ну ничего, мы позанимаемся и победим. Соревнования проходят в закрытом помещении, что позволяет не зависеть от капризов погоды. Открытый корт, конечно, это большой плюс, несмотря на погодные условия. Мы проводим также в рабочем режиме тренировки, проводим соревнования, несмотря ни на дождь, ни на солнце. Это очень хорошо, дети им нравятся, они в восторге. Как сообщили организаторы, уже сыграна половина сетки. В ближайшие 2 дня решится судьба финалистов детской и старшей групп. Михаил Алимов, Александр Киселев, Александр Бывальцев, телекомпания «Регион-45».